Божьих благословений и доброе утро всем. Я надеюсь, что у нас есть Божий мир, не только внешне, но и в нашем сердце в этот субботний день. Эту встречу мы хотим поместить под заголовок «Знамение времени». Это происходит от серии, которую я начал разрабатывать в прошлом году. Я хочу сегодня представить эту тему в двух частях. Я разделяю на историческую часть. В этой первой части мы немного углубимся в историю и посмотрим Даниила. Da werden wir ein bisschen Geschichtsstudium machen müssen und auch Daniel anschauen. Und in einem zweiten Teil. А другая часть будет равняться на приложение. Ausgerichtet ist. Was bedeutet das für uns heute, was wir im ersten Teil? Что-то, что мы в первой части будем изучать, значит для нас сегодня. Знамение времени, буря начинается. И в Библии буря является символом для пришествия Иисуса. Я здесь некоторые вещи обобщу. На ваших стульях вы могли увидеть ссылку на эту новую серию, которую я здесь затрону только мимолетом. И иногда скажу одно предложение. Тогда, когда в этой серии я для этого использовал иногда четверть часа. Буря в Библии есть символом для пришествия Иисуса. В вихре и в буре шествие Господа. И действительно это так. Для большинства пришествие будет как вторжение бури, для тех, кто не приготовлен. Библия говорит, что для других, кто приготовлен, эта буря является чем-то предсказуемым, и что они в этой буре могут даже поднять их головы, и мы можем принадлежать к этим людям. Но эта принадлежность предполагает также ответственность идти и помогать людям, понимать, что сейчас происходит в этом мире. Из текущего мы хотим вытянуть один аспект, а именно о исцелении одной раны. И что сегодня террор, миграция народов имеют общего с возрастающей силой малого рога. Заглянем в книгу Даниила, что является предпосылкой, чтобы понимать откровение. Даниила 7:2. Иисус ссылается на знамение времени пророка Даниила. «Начав речь, Даниил сказал, видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на Великом море». Мы знаем, что значит море в пророчестве. Откровение 17:15 говорит, что это суть люди и народы, и племена, и языки. Это значит, что силы взрыхляют население мира. Там что-то происходит, что-то бурлит. Что это значит, мы видим перед нашими глазами. Мои дорогие, повсюду население мира в суматохе и движении. Это то, что значит море. Вы все были на море на корабле. Когда море волнуется, то что мы видим? Множество волн, движения, пену. Там что-то происходит. Вот это и есть той картиной, которую мы сейчас видим перед нашими глазами. Население мира, нации, народы, отдельные языки, группы. Что-то происходит. И четыре больших зверя вышли из моря. Из этого моря. Понимаем ли мы? Я знаю, все это мы, я надеюсь, изучили. Но вопрос, изучаем ли мы это снова и снова? Так как в истории происходят все новые и новые аспекты, которые позволяют еще четче видеть пророчество, нежели когда-либо раньше. Это называется правда настоящего времени. На основании исторического развития пророчество приобретает более яркий свет, чем раньше. В этом смысл пророчества. Я вам скажу наперед, чтобы когда это произойдет, на немецком корень слова «произойдет» имеет слово «история». Когда что-то происходит, пишется, соответственно, история. И он говорит, «Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы когда сбудется, вы поверили, но когда я не вижу, что
Это происходит, что было предсказано, кто может сделать выводы из того, что Иисус сказал. Никакой веры. Перед тем, как я продолжу, я снова хочу обратиться. Мы являемся народом пророчества, так как мы возникли на основании Даниила. Но сегодня нам нужно об этом получить урок Библии о Данииле. На одной евангелизации я рассказывал о Данииле 7 и 8. И одна сестра, которая, кажется, 36 лет находится в вере, сказала: «Знаешь, то, о чем ты сегодня сказал, я никогда не видела. Более 30 лет, и она говорит, я этого никогда не видела». То, что сказали наши пионеры, мы должны сначала обнаружить. Да, время приносит что-то с собой, что-то новое. Но как так, что то, что наши пионеры уразумели вещи, которые мы не понимаем, хотя мы живем в конце времени? Из этого волнующегося моря, из этого волнения в народах выходят эти четыре зверя. Это значит, что тут также есть принцип родовых схваток. Море не стало только сейчас неспокойным. Здесь стоит четыре зверя, и мы понимаем, где это начинается, в Вавилоне, что в то же время в море началось беспокойствие. У меня есть в этой серии тема «Ни днем, ни ночью не имеет покоя». Почему человечество не находит покоя? Уже с Нимродом начинается то, что сатана потерял в небе, а именно он утратил свою точку покоя. Это он переносит на землю. Ева потеряла свое спокойствие в Христе. И она думала, что она что-то упустит, и она обеспокоилась, когда увидела этот фрукт, ела из-за беспокойствия. Нимрод является тем, кто возводил это систематически. И начиная с этого времени, Библия говорит, народы начинают входить в это беспокойствие. Народ моря начинает быть беспокойным систематически. Из этого волнения выходят четыре зверя, четыре царства. Мы это знаем, я не буду сюда заходить. Эти четыре царства знакомы нам очень хорошо. Вавилон, Медоперсия, Греция, Рим. И потом то, что начинается как разделенная Европа и сейчас переживает свой заключительный этап. Об этом сейчас. В Данииле 7:24 на этом последнем звере, римской звере, будут 10 рогов, и это опять 10 царей. Также и это я не буду опять рассказывать. Я выхожу из того, что мы понимаем, чем являются эти 10 царей, которые в конце концов одолевают Рим. Ну, и что это значит в деталях для нашей темы? Террор, миграция и в каких отношениях они стоят к возрастающей силе Малого Рога. Посмотрим падение и разделение Римской империи. Это можно посмотреть в исторических книгах, не буду здесь углубляться. Вопрос, который я себе ставлю, что привело к разделению и тем самым к падению Римской империи, это для нас сейчас интересно. Что это было? Что было основным пунктом, что эта могущественная империя была раздроблена и пала? Хаскель, адвентистский пионер, пишет в 1901 году интересное предложение. Суд над Римом пришел, когда эти варвары, готы, другое слово для готов, или позже слово для вандалов, как они набегали на империю с мечом и огнем. И так империя разделилась на 10 частей. Запомним слово «варвары». Варвары. Он не единственный историк и теолог, который использует это слово «варвары» для того, что произошло в Риме. Это значит выражение для насилия, беспорядка, хаоса, которое с определенной системой набегало на Рим. Не за один день это происходило систематически. Здесь, например, на странице history.com
Интересно, один не христианский, не адвентистский источник описывает это так. Простейшая теория краха Западной Римской империи приписывает ее упадок серии военных потерь против внешних сил. Рим веками конфликтовал с германскими племенами. Да, но вот оно. Но к 4 веку варварские племена, такие как готы, проникли в пределы империи. А сейчас слушайте, римляне пережили восстание германцев в конце 4 века, но в 410 году вестготский король Аларих успешно взял город Рим. Следующие десятилетия империя провела под постоянной угрозой, прежде чем вечный город снова подвергся нападению в 1455 году. Но на этот раз со стороны вандалов. Наконец, германский лидер Одоакр 476 года вызвал восстание и сверг с престола императора Ромула Августуса. Это важный исторический документ, потому что становится ясно, что дестабилизация Римской империи была вызвана не военной кампанией, а тем, что Римская империя позволила и терпела вторжение и нападки этих народов. Пожалуйста, не делайте никаких поспешных выводов, которые я не говорю. Осторожно. Сначала дайте высказаться. Римская империя не только позволила, чтобы эти варварские племена, готы и вандалы извне нападали на границы, но и позволила им на протяжении 200 лет поселяться на территории империи. И из-за этого за короткое время произошло что-то, о чем я хочу рассказать подробнее. С тех пор ни один римский император больше не будет править из любого места в Италии. Поэтому многие называют 476 год годом, когда Западная Римская империя понесла свой смертельный удар. Варварские нападения на Рим стали возможными отчасти из-за массовой миграции, из-за вторжения гунов в Европу в конце 4 века. Когда эти евразийские войны пронеслись по Северной Европе, они вытеснили многие германские племена к границам Римской империи. И сейчас коротко задержать дыхание. Мы должны понять, что тогда происходило. Германские племена, а именно готы, были не добровольно, а из-за военных действий оттеснены к Римской империи. Понимаете? Это секулярный источник. Здесь нет никакой религии. Это не был главный военный план сказать, ну, теперь мы расплющим Рим военным походом. Это было бы невозможно, потому что Рим был слишком силен. Несмотря на то, что в то время он уже был ослаблен изнутри, но он все еще был слишком силен. Это значит, что в течение длительного времени евразийские племена гун, они оттесняли готов в Римскую империю. И из-за этого произошло то, что я раньше прочитал, что на протяжении 200 лет из-за отношения к этим племенам готов, я в это из-за времени не буду углубляться. Их убивали, заставляли их продавать детей в обмен на мясо, собак и так далее. В этих племенах набухало, которых терпели на территории Римской империи. Среди них набухало, пока не привело к восстаниям. Это раскручивалось медленно. Это настроение, которое в конце концов так дестабилизировало Рим, что вследствие двух маленьких военных операций Рим пал. Римляне неохотно позволили племенам вестготов вторгнуться к югу от Дуная в охраняемую территорию Римской империи.
Этим римляне создали опасного врага в пределах своих границ. Когда уже нельзя было терпеть угнетение, готы подняли восстание и убили восточно-римского императора Валенса в битве под Адрианополем в 378 году нашей эры. Я знаю, что это сухая материя, но я хочу показать, что в истории падения Рима и в пророческом течении Рим не прекращается, но что после этого приходит другая сила, что имелась причина, почему Рим был дестабилизирован, и что сделала следующая сила, чтобы использовать эту ситуацию в своих целях, в своих интересах. Читаем дальше. Потрясенные римляне заключили хрупкий мир с варварами. Слышите это? Я сейчас перейду к аппликации, что это значит для нас в Европе, что мы сейчас переживаем. Я все это укоротил, так как у нас нет столько времени. Я могу вам показать, что все больше историков сравнивает Европу с Римом. Они говорят, что то, что мы сейчас переживаем, напоминает Рим перед его падением. Итак, римляне заключили с готами и вандалами хрупкий мир. Это значит, был заключен мир, который таковым в действительности не являлся. Но перемирие закончилось в 410 году, когда готский король Аларик продвинулся на запад и разграбил мир. Когда Западная Римская империя была ослаблена, германские племена, такие как вандалы и саксоны, смогли пересечь границы империи и оккупировать Великобританию, Испанию и Северную Африку. Что все это значит? Уриа Смит в одной книге пишет, которую даже Эллен Уайт рекомендовала изучать следующее. Я, конечно, не соглашаюсь в каждом пункте, но кто я? Но Эллен Уайт ссылалась на эту книгу, поэтому я осмеливаюсь и из нее цитировать. Слушайте, что он писал как исследователь истории. Он написал в 1878 году следующее. Здесь мы находим четвертую и последнюю мировую империю Рим с железными ногами. Он говорит о Данииле 7. Длина ступней и пальцев ног обозначает, что внимательно? Длина ступней обозначает вырождение, пришедшее на империю. В этом исследовании я познал нечто новое. Мы знаем, что мы обычно интерпретируем глину как религиозную составляющую и железо как государство. Это не является абсолютно неправильным, но заметьте эту информацию. Глина значит дегенерацию. Мы видим дегенерацию в фигуре золото, серебро, медь, железо, глина. Это можно также описать как вырождение, дегенерацию от золота вниз до глины. То, что глина в Библии имеет отношение к религии, не подлежит сомнению. Но давайте собирать новые аспекты. Это значит, что глина представляет вырождение 10 королевств. То, что мы сейчас переживаем, дорогие друзья. Европа была построена с целью быть прототипом мирового правительства. Это было только учением. Сейчас Европу демонтируют, дестабилизируют, чтобы прибрать с дороги большему порядку. А именно, что все будут одно, не только Европа. Это значит, что Европу учредили, чтобы потренироваться, поучиться и составить базу, на основе которой будет объединен мир на всех уровнях, не только на политическом. Но для этого нужно опять-таки убрать Европу, потому что Европа стала слишком стабильной, и это происходит перед нашими глазами, дестабилизация Европы. И далее он пишет, и 10 королевств, на которые Римская империя была окончательно разделена после вторжения северных варварских племен.
Итак, может ли быть, что история повторяется перед нашими глазами? Я думаю, что это не только может быть, это провокационный вопрос, почти риторический. Так как, когда мы читаем Экклезиаста 1.9, что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Это библейский принцип. Это значит, что когда-то было одним в этом большом противостоянии между Христом и сатаной. И я не говорю, чтобы мы перенеслись в психику сатаны, я думаю, это будет тяжело сделать. Но когда сатан имел успех в определенных стратегических действиях против Бога, если бы вы были им, разве вы бы не применили эти действия снова? Может быть, более филигранно, более изощренно? Конечно, да. Потому что он увидел, что это сработало. Значит, снова сработает. И об этом я, собственно, и говорю. В настоящее время мы переживаем переиздание того, что привело к падению Рима и укреплению Малого Рога. Так как без падения Рима никакого усиления Малого Рога. Об этом Павел пишет в 2 Фессалоникийцам 2, где он говорит, что тайна беззакония уже в действии, но сначала должен быть убран удерживающий. Павел тогда четко говорил о Данииле, так как он знал части Даниила, которые тогда можно было уже понимать. Да, последние главы были запечатаны до времени конца. Многие прочитают, и видение умножится, да. Но то, что можно было изучить, тогда Павел очень даже уразумел. Как иначе некоторые люди могли быть готовы, когда наступил год, который был предсказан в Данииле, и они знали, что сейчас должен прийти Мессия, что он родится? Это они узнали из изучения Библии, так как стоит год. 70 недель для твоего народа, и там стоит как долго? 49 недель и так далее. Это точно до года, когда Иисус придет. Когда он будет страдать, когда он умрет. Это мы переживаем теперь. Что было, то произойдет снова. Сегодня мы слышим о схожих вещах. Мы слышим о суматохе, о военных слухах в мире. Есть массовые миграции перед нашими глазами. И немногие прикасаются к этой теме, потому что их сразу сделают или ненавидящими иностранцев, или праворадикальными, или как-то еще. Нет, я не являюсь таковым. Но факт. История говорит сама за себя. Прошу. Я имею сочувствие каждому, кто живет в режиме выживания. И люди действительно нуждаются в помощи. Но я не об этом говорю. Я говорю о массовой миграции, о миграции народов в Европу, у которых есть экономические цели, которых гонят политические действия, как и тогда, когда-то гунны гнали готов. Понимаем ли мы? У готов не было цели «давайте раскатаем Рим». Они были вынуждены оставить свои места и перемещаться все ближе к границам Рима, пока их даже начали терпеть на территории Рима. Это было прогрессивным явлением. Мы слышим об этом течении, которое идет в Германию, в основном в Европу, но не только. И именно из стран с мусульманским влиянием. Иисус сказал, что один народ поднимется на другой. И во всем мире число протестов и волнений возрастает. Также и здесь есть, прослеживается принцип экспоненциального развития вверх. Все выглядит вышедшим из-под контроля. Даже если мы здесь ничего не видим, мы смотрим из окна, красиво, все, светит солнце, зеленые деревья, прекрасно. Внешность обманчива. В данный момент, в данное время мы переживаем деструкцию Европы. В данный момент Европа уничтожается, а именно экономически. Англия выходит
Brexit. Германия ведет переговоры выйти из Европы. Это две наибольшие финансовые силы. Когда они выйдут, что произойдет с евро? Он превратится в новую систему. Все это придет. Европа демонтируется социально, политически, экономически, религиозно. Как это происходит? Это было бы больше, нежели одна лекция. Здесь мы должны найти время и изучать. Переживаем мы сейчас новое перемещение народов? Посмотрим. Немного впечатлений. Это не только нашествие людей, но здесь также сталкиваются культуры, которые принимают громадные проблемы. И вначале пробовали это остановить. И эта картинка, которая показывает границы к Европе. Как фрустрация находит разрядку. Людьми, которым нельзя больше внутрь. Но они хотят туда, почему? Потому что другим уже можно было. И это было вызвано целенаправленно, чтобы другие начали говорить. Мы также хотим туда, где золото падает с неба. Мы хотим туда, где сразу в знак приветствия дают в подарок 2000 евро. Если я пересчитаю на кенийские деньги, из Кении не приходят или почти никто не приходит, но если я пересчитаю их, это будет 200 тысяч шиллингов. Знаете, что это значит? Это двухгодичная зарплата рабочего. Понимаем ли мы? Сначала стартовое зажигание пришло от нас. Пожалуйста, приходите. Теперь некоторых мы впустили, 1,6 миллионов, теперь мы закрываем, и мы спрашиваем, что происходит. Контрастный душ? Пускаем, больше не пускаем. Вы должны понимать, что причины, почему сейчас закрыли, и в радио я ничего другого не слышу, как то, что делают списки безопасных стран, из которых больше никто никого не впускает. Их можно высылать назад. Теперь вся игра идет в обратном направлении. Сейчас образуется громадная фрустрация среди этих миллионов людей, которые также хотели бы сюда. Von der Avocado. Hätte fast Speck gesagt, Entschuldigung. Aber vielleicht passt's ja. Das heißt, это значит, ветер, который мы посеяли, возвратится как мощная буря назад. Распространяется хаос и беззаконие. Возрастает опасность террора и насилия. Иногда утверждается, я здесь не могу проверить, я просто даю этот как есть, что террористы, переодетые беженцами, вторгаются в некоторые страны и совершают преступления против человечности. Я этого не могу проверить, я этого не знаю. Так утверждают. Если бы я был лидером экстремистов, было бы глупо, когда люди просто маршируют через границу без паспортного контроля и получают стартовый капитал. Я имею в виду, я был бы глупым, если бы я не послал туда моих людей. Nun, gehen wir ein bisschen in die Presse. Посмотрим немного в прессе. Заголовок: вы только подождите. Исламская держава провозглашает, что тысячи экстремистов нелегально проникли в Европу. Я не знаю, правда ли это. Я вам также показывал, что в прессе умышленно сообщается что-то, что было вызвано, умышленно вызвано, чтобы дать возможность к террору, чтобы потом против террора можно было бы применить меры, ранее не применяемые. И это будет вести к законам, которые без угрозы террора было бы невозможно осуществить. Это в целом ускоряет определенные процессы. Или здесь, в Catholic Herald, держитесь хорошенько. Я быстро соберу все ниточки вместе. Франциск предупреждает о проникновении ИСИС посреди кризиса с беженцами.
Ну, и он об этом предупреждает? Хорошо. Теперь посмотрим, что говорит Обама. Два зверя из Откровения 13. Обама предупреждает о принудительных действиях против стран, которые не принимают беженцев. Это значит, что с некоторого времени существует распоряжение, как минимум для американских штатов. Я не говорю о всех странах, но кто прочитает эту статью, увидит, что это должно быть расширено и на другие страны, что на эти страны наложат санкции, если они не примут беженцев. Это должно быть очень важным, чтобы в данный момент здесь были беженцы. Такое впечатление у меня складывается. Нашим вопросом является, повторяется ли история, как при падении Рима? Эти две силы являются основными игроками в Откровении 13. В попытке повести население Земли туда, где оно будет готово принять образ зверя. Об этом сегодня в другой части. Посмотрим, что говорит Эллен Уайт. Силы зла объединяются. Откровение 16. Три силы. Дракон, зверь и ложный пророк. И из ихнего рта посылает на весь мир вести, которые походят от нечистого духа. И они готовятся к последнему великому кризису. Вскоре в нашем мире произойдут большие перемены, и заключительные действия будут очень стремительны. Братья и сестры, готовы ли мы к этому? Готовы ли мы к последнему великому кризису? Это не имеет ничего общего с рисованием темных картин, ничего общего с негативом. Вопрос в том, готов ли я со своей семьей? Готовы ли наши общины? Готовы ли наши лидеры, проповедники, старейшины общин, учителя субботных школ, наша молодежь? Готовы ли мы к этому большому кризису, который надвигается на мир, о котором Библия пишет, что никогда в истории Земли не было такого кризиса, как этот? Об этом нельзя вспоминать, не получив ожог или клеймо, что ты негативен, раскольник, охвачен страхом. Но что произойдет, когда эти вещи произойдут? Эллен Уайт имела видение, в которой она видела две группы людей, и одна спрашивала другую, почему вы нам не сказали, что все эти вещи произойдут так быстро? А другие отвечали, мы это вам говорили. Последние события будут быстрыми. И как это относится к понятию маленького рога? Опять в историю. Что сделал император Юстиниан, чтобы бороться с варварскими племенами, которые нападали и уничтожали народы империи? Что же он сделал? Посмотрим, что говорит Уриа Смит в книге Daniel and Revelation, страница 281. Герулы, готы и вандалы, покорившие Рим, были последователями арианской веры и стали врагами католической церкви. Чтобы прежде всего разоблачить эту ересь, Юстиниан объявил папу главой церкви и очистителем еретиков. Итак, откуда в данный момент в основном приходят люди? Из какой опасной идеологической среды? Повторить вопрос? Или вы все еще обдумываете? Откуда они приходят? Из ислама. Слышали ли вы за последние месяцы что-то другое, нежели каким опасным является ислам? Неважно, что происходит. Там террор, самолет, Брюссель, Париж. Неважно, что происходит. Вы всегда слышите, каким опасным является ислам. Опаснейшаяся идеология мира. Никто не говорит о чем-то другом. Сделано это целенаправленно? Я не хочу сейчас дискуссии, нахожу ли я Коран чем-то хорошим или правильным. Это не моя тема. Моя тема является, узнаем ли мы параллель.
Und dann heißt es hier, der Papst wurde von Justinian И здесь стоит, Юстиниан объявил папу главой церкви и очистителем еретиков. Посмотрим, что стоит в Даниила 7:8. Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог. Точно то, что Юстиниан сделал, приготовление, чтобы рог прорвался. И три из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним. И вот в этом роге были глаза, как человеческие глаза, и уста, говорящие высокомерно. И о другом, вновь вышедшем, перед которым выпали три, в том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих. Европейские царства больше, чем они. И сейчас обратите внимание на слово «говорящие». Очень важно, так как в другой части это слово нам потребуется. Библия говорит, что слово «говорить» является символом авторитета. И сказал Бог, да будет свет. И сказал Бог, авторитет, созидательный авторитет. Потом внезапно в 4 главе змей сказал, кто стал для Евы авторитетом? Змей, говорит. Говорить значит авторитет. Когда Иисус говорил и проповедовал, как Он начинал свою речь? Истинно, истинно говорю вам. Авторитет. Я вам говорю. Говорит в Библии значит авторитет. И вы увидите, что в Откровении 13 слово «говорить» является ключевым понятием в развитии, что делает второй зверь, чтобы образ начал жить и говорить. Это мы изучим во второй части. Итак, три рога были вырваны. Человек греха был возведен на мнивый престол после поражения арианских готов, которые занимали Рим до 538 года нашей эры. Урия Смит, Даниэль и Ревелейшн. Понимаем ли мы? Что тогда произошло? Что если это повторится? Все больше историков, экономистов характеризуют Европу как Рим. И перед нашими глазами происходит то, что Даниил 7:24 предсказал. И после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничтожит трех царей. Важным словом есть слово «большой», так как маленький рог не был большим, когда он возник. Еврейское слово «большой» можно посмотреть в Strong's Concordance под номером 7229. Это слово можно перевести как «лидер», «шеф», «капитан» или «мастер». Это значит, что маленький рог становится большим. В буквальном переводе становится вождем, лидером. Где? На какой территории? Вы можете отвечать. Это не запрещено. Перед тем, как это будет повсемирно. Сначала тогда исторически в Риме, в Римской империи, через Юстиниана. Это сегодня называется Европа. Сначала он будет вождем в Европе, а потом во всем мире. Теперь мы видим, что он не только становится большим вождем, но Библия сообщает в Откровении 17, что он разовьется до лидера, который будет миротворцем на земле. И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари, на один час. И я утверждаю, что мы прямо сейчас в этой фазе, дорогие. Кем являются эти 10 королей из Откровения? Да, Даниил 2 понятно. И в Даниила 10 рога также понятно. Это началось с 10 племенами, из которых 3 были вырваны. Но мы не можем больше учить, что это просто эти 10 европейских держав. У нас есть уже в ЕС 27 держав. В Откровении 17, 10 показывает репрезентативное число, как и 10 заповедей. У Бога есть больше заповедей, нежели 10. И в конце концов, Иисус Матфея 22 говорит, что на этих двух плитах
стоит весь закон и пророки. Это значит, что 10 заповедей являются позвоночником для всех заповедей, которые из них потом можно вывести. 10 Библии являются также чем-то минимально нужным. Это значит, что из этих 10 в Откровении, либо, как говорит римский клуб, мир должен быть разделен на 10 регионов. Это реальный план. Будет ли он осуществлен или нет, я не знаю. Римский клуб. Уже слышали? Римский клуб, кстати, есть католическим тайным обществом. Пожалуйста, проверьте. Это не тайна. Он, этот клуб, представил планы уже в 80-х годах и сказал, что мир должен быть разделен на 10 административных регионов. Ist ausführlich alles hier drauf auf dieser Serie. Und diese zehn in Offenbarung spricht. Это 10 в Откровении говорит об этой целостности в мире. И интересно, там стоит, что на короткое время зверь вместе с этими политическими репрезентантами вместе будет иметь правление на короткое время. Перед тем, как эти короли полностью передадут власть зверю. Но на короткое время будет совместное управление. Именно в этой фазе мы сейчас находимся. Это ко-управление между папством, этим маленьким рогом, который на пути стать большим рогом. Откровение 17.13 говорит, они имеют одни мысли. Это стремление единства, которое мы видим повсюду. И они передадут силу и власть свою зверю. Это и есть переходная фаза. Из маленького рога к возрастающему и до большого рога, который всю землю, да, растет даже до князя. И в одном эксклюзивном интервью я читаю из католического журнала National Catholic Reporter от 2014 года. Там стоит, в одном эксклюзивном интервью с Фамилия Кристиана, 91-летний бывший премьер-министр Израиля, сказал, что он хочет основать интернациональную организацию, которая бы представляла все регионы мира. Она, как моральная сила в Библии, сила имеет силу, символ рога, царя, горы, разные другие. Она, как моральная сила, должна быть авторизирована в чем? Вмешиваться в конфликты. Вопрос. Европа в конфликте? И еще в каком? Но он еще изменится. Такой конфликт, что все люди будут кричать о помощи. И он говорит, нам нужен авторитет, уполномоченный всеми странами и нациями, вмешиваться в конфликты и проводить мероприятия на этическом уровне. Стоит в Откровении 17.13. Цари передадут власть другому, полномочия и силу, и могущество ихне. Это и происходит перед нашими глазами. Далее в этом же журнале стоит. Папа Франциск является наиболее подходящим человеком, чтобы возглавить такую глобальную организацию, так как, возможно, это впервые в истории, что Святой Отец является лидером. Möglicherweise ist es das erste Mal in der Geschichte, dass der Heilige Vater ein Führer ist. Ein was ist? Кем есть? Еврейское слово для лидера? Большой. Даниил 7.25. Большой. Он будет лидером, который не только уважаем многими, но и также разными религиями и их представителями. Дорогие, это громадно. В Catholic Herald от 2015 стоит следующее. Большое количество людей, которые сегодня достигают берегов Европы, будь то беженцы или экономические мигранты, а также злонамеренное появление ИГИЛ и других исламистских экстремистов побудили историка Найла Фергюсона написать газете «Воскресное время» сравнит нынешнее состояние Европы с приходом германских народов и гуннов из Центральной Азии к воротам Рима в V веке. Стоит в католическом журнале.
Кстати, The Sunday Times есть также католическим в Англии. Here, weiter, in November, здесь далее цитата. Дело в том, что Рим от худших эксцессов вандалов и гунов спас Папа Лев Великий. Нам также нужен такой папа, как Иоанн Павел II, чья роль в освобождении стран Восточной и Центральной Европы, это был коммунизм, а другой чуждой идеологии была беспрецедентной. Мы сейчас буквально повторяем переходную фазу от Рима к папству. Буквально. Публичные СМИ, католические СМИ, говорят нам, что мы это сейчас переживаем. Люди кричат. Ну, люди, прежде всего, эти католические журналы кричат. Люди взывают о папе, который что делает? Который внесет порядок, как Лев Великий. Порядок относительно чего? Относительно миграционного хаотического состояния идеологии. Тогда это были арианские идеологии, сегодня это исламские идеологии. И мы это видим. Он говорит не только к европейским представителям, но также к Конгрессу, протестантской силе, второму зверю, ложному пророку. Здесь в National Catholic Reporter цитата Перса. Папа Франциск — единственный лидер, достаточно уважаемый, чтобы положить конец войнам в современном мире. Закончить. Знаете, куда привел мировой этос? Из-за этого я сделал серию. Мировой этос был приготовление к тому, что мы сейчас переживаем. Сейчас мы переживаем очень четко сформулировано, больше не прикрываясь рукой, следующее. Сейчас мы слышим четко сформулировано, что папа — единственный лидер в мире, который может окончить войны. Mir fällt dir fast nichts mehr ein und mich verwundert eure Ruhe. Vielleicht seid ihr so überrascht, dass ihr gar nichts mehr aus dem Mund rauskriegt. Hier nochmal im Kern einer der bekannten Zeitschriften vom 19. November 2015, geschrieben von Bischof Michael Nasir Ali. Überschrift: Nur die Только христианство может спасти Европу. Ну какое христианство? Ну, конечно, смотрите. Алетея, греческий журнал. Папа Франциск, Иисус плачет о мире, полном войн. Я посмотрел эту статью. Это неимоверно, как здесь сладко натирается. Послушайте. Иисус плачет сегодня, потому что мы выбираем путь войны, ненависти и вражды вместо мира. Да, это правда. Но он нечто умалчивает. Я посмотрел в блоге, как люди реагируют на эту статью. И все реагируют одинаково. За исключением нескольких персон, все отреагировали одинаково. Они говорят, «Эй, но мы же не идем на войну». Это не мы, это ислам. Ислам ищет войны, не мы в Европе. Я себя спрашиваю, такие статьи выходят в прессу, чтобы люди говорили? Момент, мы в Европе не стремимся к войне, это ислам? И опять ислам демонизирует. И потом стоит блаженные миротворцы. Давайте попросим об обращении сердца. В продолжении мы увидим, куда это обращение сердца должно идти. Мы проанализируем вместе Лаудато Си. Если вы это не прочитали, сами виноваты. Энциклика Папы о спасении мира. Об экологии. Факт, что угроза террора должна привести к контрмерам, которыми должно руководить только одному. А именно государство и церковь теперь вместе работают над решением. Америка в качестве наибольшей политической силы и папство как сильнейшая религиозная сила вместе разрабатывает решение. И здесь решение такое. Решение в The Telegraph стоит
Имамы, священники, раввины и другие религиозные деятели должны быть зарегистрированы в государственном реестре религиозных лидеров. Знаете, что это значит, дорогие? Конкретно? Ну давайте, скажите. Это значит, что в будущем религиозные лидеры здесь стоят и другие фигуры. Что в будущем религиозные лидеры должны быть зарегистрированы государством, чтобы они могли проповедовать. И что не разрешено проповедовать? Что будет предотвращено? Что они должны проповедовать? Пожалуйста, расскажите. Ненависть. Ненависть, борьбу и войну. Как в исламе. Но что если я говорю о великой борьбе? Что если я скажу, что гомосексуальность в Библии есть грехом? Что произойдет, если я говорю о темах, как в этой серии в ближайшие годы? Что тогда произойдет? Ничего, потому что мне нельзя ничего причинить вреда. У нас религиозная свобода. Что произойдет, если будет этот закон? Что все религиозные лидеры, которые активны в религиозном провозглашении, должны зарегистрировать, как я это пережил в Гонконге, в Китае. Дэвид Лио, он был студентом, как и я. Его мать привела к крещению 4000 людей в Китае. И Дэвид Лио, я его немного сопровождал в Китае. И в Китае адвентистский проповедник может быть активным только при одном условии, если он присоединится к движению под названием «Три самостоятельных церкви». Вам это известно? У них есть помещения также, и только там можно собираться и проводить богослужения. Только там. Но проповедники должны получить образование от государства. Новые проповедники в Китае, адвентистские, должны получить государственное образование, иначе им не позволено действовать. Знаете, куда это ведет? Точно туда, как и в Китае. В коммунистическую, или лучше сказать, тоталитарную социалистическую систему. Государство сейчас может что контролировать? Это государство сейчас контролирует, кто религиозно может что-то говорить. И тем самым что мы имеем? Связь церкви и государства. Идеальную. И из Откровения мы знаем, что не государство будет контролировать церковь и религию, но что религия будет контролировать государство. В мировой религии и мировом государстве, в новом порядке, в новом мире, в новом правительстве. Кто там, согласно Откровению, будет кого контролировать? Мировое правительство, религию и наоборот? Откровение четко говорит, что рано тем исцелиться, что государственная власть, которую папство утратило во время французской революции, он собственно, не утратил религиозную силу, он утратил только государственную силу в 1798 году. И рано исцелиться, когда он опять получит государственную силу. А мы на пути к этому. Имамы, священники, раввины и другие религиозные деятели должны быть зарегистрированы в государственном реестре религиозных лидеров и подлежат обучению и контролю безопасности, установленным правительством в рамках текущих мер Министерства внутренних дел по борьбе с экстремизмом. Это в Англии. И у меня нет сомнений, что Европа эти законы догонит. Это вопрос очень короткого времени. В документе указывают, что регистрация будет обязательной для всех религиозных лидеров, желающих работать в общественных местах, включая университеты. В конце этого года я буду иметь в одном городе большую евангелизацию. Weil die Zeit dahin läuft und 2017 ich mich für die Reformation vorbereite. Und ein Professor, ich erkundigte mich... Я узнавал о помещениях там и увидел одну статью, в которой говорится о профессоре, который объявил,
что будет говорить в этом городе о гендерной проблематике. Он не был религиозным лидером, и он действительно в Германии имеет имя, его знают. И ему в тот же день отказали в помещении в этом университете. В тот же день. Понимаете ли вы? Это не только Англия, это также пришло и к нам, что если поднять определенные темы, не будет пропуска. Что это значит для нашего провозглашения? Получим ли мы в ближайшие годы отказы, провозглашая трехангельскую весть? И люди скажут, мы проповедуем ненависть? Дорогие, вы не замечаете давление, потому что вы здесь не стоите открыто. Вы не чувствуете давление, которое уже возникает у вестников. Как далеко я могу зайти? Что я могу сказать? Что происходит? Что не подходит? Провокационно ли это или нет? Понимаете? Мы вскоре придем к ситуации, когда надо будет обдумать, что я говорю, а что нет. Слава Богу, что в Откровении 14 стоит, что трехангельская весть есть что? Вечное Евангелие. И это мне постоянно напоминает, что трехангельское предостережение есть Евангелием, ничем другим. Здесь последняя цитата Обамы. Какое страшное наказание будет для террористов, когда мир объединится и покажет, что нас невозможно удержать от создания лучшего будущего для наших детей. Да, я также хочу хорошего будущего для моих детей. Кто этого не хочет? Но не за счет истины. И не за счет того, что истина будет называться террором. Здесь нам нужно встать. Но не для того, чтобы протестовать в мире. Это не есть нашей задачей. Я видел, как этот рок вел брань со святыми. Кто будет террористами в будущем? И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Очень четко. Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Дорогие, мы настолько продвинулись в будущее, что я не знаю даже, как это сформулировать. То, в чем мы абсолютно не нуждаемся, есть кризис идентичности в нашем народе. Это последнее, самое последнее, что нам нужно. Сейчас, когда мир ждет на истину, на указание направления, кто же должен показать направление? Кем являются те, кто показывает дорогу? Второзаконие 28. Если будете исполнять мои заповеди, тогда что с ними сделает? Поставит выше всех народов, во главе. Какой план Бога в конце времени, что будут люди, которые показывают направление и направляют к Кресту, к Библии, к Духу Пророчества? Где эти люди? В наших широких регионах у них в данный момент кризис идентичности. Им нужно 3 генеральные конференции, чтобы дискутировать, законно ли рукоположение женщин. Может, нам еще нужно 2 генеральные конференции, чтобы об этом еще дискутировать. Но я говорю вам, следующая генеральная конференция не будет дискутировать о рукоположении женщин. Там будут дискутировать о рукоположении гомосексуалистов. Речь в том, что мы сейчас не можем себе позволить, дорогие, иметь кризис идентичности и дискутировать на уровне молока. В то время, когда мир ждет, чтобы мы были учителями, так нельзя, и поэтому мы должны изучать пророчество. И мы заканчиваем не протестом. Адвентистское движение не заканчивает протестом. Послушайте, мы типологически Иоанн Креститель. Когда вокруг нас происходят эти вещи, мы повторяем историю. Нет ничего нового. Когда Иоанн начал служение, весь народ находился в состоянии волнения и неудовлетворенности, граничащим с бунтом. Иоанн работал в том же контексте, как и третий Илия в конце времени.
Тирания и притеснение римских наместников и их решительные усилия ввести языческие символы и обычаи. Вот в чем речь. Мы это рассмотрим во второй части. Все волнение в настоящий момент вертится только вокруг воскресного дня. Об этом не говорится, но я покажу вам это поближе, позже. Речь о воскресении, точно как и тогда. Все волнение было из-за того, что Рим что-то хотел сделать, ввести языческие символы и обычаи. Привели к восстаниям, которые были утоплены в крови тысяч мужественных израильтян. Все это укрепило национальную ненависть против Рима и повысило стремление стать свободными от насилия римлян. Осторожно, сейчас опасность и предупреждение, которое я повторяю, что наша ненависть, наше поведение не должно быть, как Иисус сказал, будет беззаконие и любого стынет. Это большая ловушка. Пожалуйста, не попадитесь. Иудеи попали в эту ловушку. И из-за этого они получили ложные ожидания о будущем. Они из-за этой ненависти неправильно интерпретировали пророчество. Посреди раздоров и ссор раздался голос из пустыни, сенсационный и серьезный, но полный надежды. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Все, кто слышал этот призыв, были тронуты силой, которой они никогда не знали. Это то, что должно сейчас произойти, дорогие. Никакого бунта, никакого протеста, не против новых правил политики и протестировать. Здесь речь о том, что как и Иоанн тогда, когда волнение в народе все поднималось, надо выдать голос, который привлечет внимание. И те, кто услышат этот громкий зов и будут приготовлены Богом и не откинули любовь к истине, такие получат из этого зова силу, которую они еще никогда не принимали. Мы сейчас стоим во время, чтобы вместе выдать этот громкий зов. И громкий зов не значит больше децибел, не больше кричать. Громкий зов ангелов значит сила Святого Духа. Это и есть громкость. Хотите ли вы в этом помочь? Хотите ли вы звать громко? Истину, Евангелие, Христос вскоре придет. Он придет так быстро, что мы бы ахнули, если бы Бог приоткрыл занавес. Мы бы им верно пережили революцию. Хотим ли мы быть готовы, когда придет Иисус? Хотим ли мы быть от всего сердца частью этого последнего зова, этого призыва, который озарит весь мир? Выходите навстречу жениху. Это громкий клич. Приготовьтесь, проснитесь. Это зов. Но для этого мы должны сами проснуться, дорогие. Мы не можем сказать другим, чтобы они должны проснуться, когда мы сами спим. Нам нужно изучение Библии, нам нужно изучение пророчества. Мы должны уйти от зависимости от учений. Это наше учение. Здесь Библия. И только Библия. Дух, который направит нас на всякую истину. Я хотел бы закончить молитвой и приглашаю вас встать. Отец, мы приходим к Тебе. В этот момент мы осознаем еще раз, или, может быть, впервые, что Твое пришествие при дверях. Ты уже стоишь перед дверью. И то, что Ты предсказал через знамения, прежде всего в книгах Даниила и Откровения, и что вещи, которые проходят у нас перед глазами, должны нас пробудить из сна, если мы живы. Я прошу Тебя за тех, кто здесь стоит и молится, и за тех, кто в этом мире
все еще принадлежит твоему народу, но находится в этой системе, которая называется Вавилоном. Я прошу тебя за всех твоих детей, за твоих овечек в загоне, чтобы они услышали твой голос, чтобы мы услышали твой голос, чтобы мы распознали, что пришло время посещения. Как ты тогда сказал о Иерусалиме и плакал, ты сказал: «Иерусалим, Иерусалим, если бы ты только распознал время посещения твоего». Мы не хотим сделать ту же ошибку. Мы хотим тебя просить, пошли твоего Святого Духа в нашу жизнь, здесь, в это собрание, в эту субботу. Дай нам покой в тебе. Подари нам, Господь, твоего Духа, который нас шаг за шагом наставит на всякую истину. Приготовь нас провозгласить твои слова, и это с силой и славой, которая исходит от тебя. Если тебе угодно нас использовать, тогда делай это, Господь. Пробуди твой народ, пробуди твою общину и помоги, чтобы мы быстро научились смотреть через край нашей тарелки и видели, что происходит в этом мире. Мы благодарны тебе за твою любовь, твое благословение, за твою доброту, верность и долготерпение, которое ты имеешь к нам. Честь и слава тебе во имя Иисуса. Аминь.